Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшняя наша встреча проходит в преддверии большого, радостного, я бы так сказала, неожиданного события. В Перми состоится большой благотворительный фестиваль. И, насколько я понимаю, это проходит не только впервые в Перми, но впервые в России, это однозначно. И наша сегодняшняя встреча – это своеобразный эпиграф. И мы просто решили начать с истории нашей страны, с истории благотворительности в России. Но для того, чтобы описать весь масштаб мероприятия, которое нам предстоит увидеть, чьими героями мы, я уверена, станем, я предоставляю слово автору этой идеи, идеологу фестиваля Лиане Шайх. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые друзья! Большой благотворительный фестиваль проводится действительно в Перми впервые. Мероприятие очень масштабное, масштабное не только в масштабах нашего города, нашего края, но и признано мероприятие масштабным и в российских измерениях. И наше мероприятие даже предложено масштабировать на другие города. Но у Большого благотворительного фестиваля уже есть история. Мы начали с большой гаражной распродажи. Это пятый по счету фестиваль, просто он сейчас вырос из благотворительной распродажи в рамки такого большого благотворительного фестиваля. Фестиваль будет проходить на более чем 20 площадках. Одна из этих площадок – ресторан-клуб «Правила», где мы сейчас находимся. Здесь у нас будут проходить мероприятия, предваряющие фестиваль, бизнес-концерт. Здесь будет проходить и каждую неделю, раз в неделю, по средам, в одно и то же время мы будем проводить вечера благотворительной памяти с Варварой Кальпиги, на котором мероприятии мы сегодня и находимся. Немножечко о фестивале. Фестиваль сам будет проходить с 7 по 17 апреля. Открытие состоится 7 апреля в торговом центре «Галерея». На открытии мы приглашаем специальных гостей. Певец Данко даст свой благотворительный концерт. Мы пригласили Янину Урусову, которая является одной из ведущих фондов, занимающихся разработкой одежды для инвалидов. У нас сейчас проходит конкурс, он был объявлен еще в январе, конкурс среди пермских дизайнеров на разработку одежды для инвалидов. Конкурсная коллекция, как и другие дизайнерские коллекции, будут показаны на открытии. Это 7 число. Вход по пригласительным билетам, по благотворительным взносам. 8 числа у нас открывается фестиваль на всех остальных площадках. Это театральные площадки в первую очередь. У нас постановки в театре «Алые паруса», «Владимирская площадь», «Доктор Живаго», «Бременские музыканты». Театр оперы и балета подключается. У нас два концерта, симфонический концерт и балет «Лебединое озеро». Кукольный театр, театр юного зрителя подключаются. И открывается большая гаражная распродажа. Это информационно-познавательная торгово-развлекательная площадка. На площадке большой гаражной распродажи, это будет проходить в торговом центре «Спешилов», одновременно с большой гаражной распродажей будет проходить фестиваль современного искусства «Матч». То есть это выставки современных художников, сюрреалистов, скульпторы, современная музыка. Все это можно будет посмотреть в рамках большой гаражной распродажи. Также будут проходить мастер-классы от прикладников, мастеров прикладного искусства. Бутики будут торговать, как всегда, на большой гаражной распродаже по очень низким ценам. Здесь можно будет отдыхать всей семьей, посидеть в кафе, пройтись по магазинам, посмотреть выставки, отдохнуть. Это уже для всех пермяков, потому что мероприятия там будут все бесплатные. И ежедневные концерты на площадке большой гаражной распродажи. Мероприятие будет проходить, большой благотворительный фестиваль будет проходить 10 дней.
как вы уже видите, здесь с 7 по 17. На этой площадке, где мы сегодня находимся, 8 числа пройдет дискуссионная площадка. Это для тех людей, кому интересно поднимать проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в жизни. Если вам эта тема интересна, пожалуйста, посмотрите на нашем сайте информацию и приходите на дискуссионную площадку. В рамках Большого благотворительного фестиваля пройдет круглый стол, другие мероприятия. bbf-perm.ru – это адрес сайта. На сайте есть расписание календарных событий всего фестиваля. Всех прошу принять участие в фестивале. Принимать участие в фестивале можно по-разному, потому что это не только благотворительность. И благотворительностью занимаются не всегда только самые богатые люди. Мы придумали такие вкусные мероприятия, которые подойдут любому пермяку. Для того, чтобы стать благотворителем, достаточно прийти на площадку Большой гаражной распродажи, посмотреть выставки, купить какой-нибудь сувенир. Достаточно сходить в торговые сети к нашим партнерам в фестивальные дни и купить какую-то вкусность. Вы тоже этим самым станете благотворителем. Сходить в театр, сходить на концерты. Вы тоже станете благотворителем. Основной посыл Большого благотворительного фестиваля – благотворителем может стать каждый. Поэтому мы для вас придумываем, для пермяков придумываем разные мероприятия, которые подойдут, будут интересны любому пермяку. Иногда можно не купить чашку кофе, не попить чашку кофе, не съесть шоколад, не покупать жвачку, а эти деньги положить в благотворительный клуб. Это тоже приветствуется, потому что даже маленькая сумма, оказавшаяся в благотворительном клубе, может стать частью большой суммы, которая спасет не одну детскую жизнь. Спасибо. Я надеюсь, что вы поняли и оценили размах, масштаб этого необычного мероприятия, потому что лично я никогда ничего подобного не видела. Я знаю уже, что другие города восприняли этот опыт и готовы его повторить. Но для начала мы должны показать себя. Вот. И показать себя – это значит еще и посмотреть. В моем случае я хочу сказать, что на самом деле мое участие в этом фестивале случилось неожиданно. И, кстати сказать, идея пришла мне именно в этом зале, когда была пресс-конференция. Один из участников, человек, который тоже занимается благотворительностью, а именно Игорь Николаевич Шубин, сказал: «Все смотрите фильмы Кальпиди». И я подумала, а почему-то он так сказал. А сказал он это потому, что он, во-первых, ходил всегда на мои презентации и знает, о чем мои фильмы. И даже однажды мы с ним столкнулись в лифте, он мне сказал, он тогда в законодательном собрании находился, и едем в лифте, он мне говорит: «Вчера был День города, я смотрел твои фильмы». Да, их показывали по телевизору. Вот. И тут я поняла, что действительно 5 из 13 моих фильмов, в общем-то, затрагивают эту тему. Затрагивают ее именно в историческом ключе, в историческом разрезе. И на самом деле самый первый фильм, который мы сейчас и посмотрим, называется «Грибушина. Наследники». А был он создан на средства гранта, который так и назывался «История благотворительности». Я обращаю ваше внимание на то, что это было в 1999 году. И фильм, казалось бы, устарел. Ну, по крайней мере, так можно предположить, что прошло столько времени. Может быть, что-то в этом есть, но на самом деле мы, когда снимали этот фильм, нам пришлось очень многое узнать и о благотворительности, и об истории России, и об истории чайной торговли, потому что фильм посвящен одному из замечательных людей нашего города, точнее, целой династии. Династии Грибушины. Но вот о том, как именно жили предприниматели прошлого и почему они занимались благотворительностью, как раз, собственно, этот фильм и рассказывает. Я думаю, что сейчас мы посмотрим фильм около 50 минут, и после этого продолжим наш разговор, обменяемся мыслями о том, что же такое благотворительность, зачем она нужна и
насколько это естественно для нашего времени. Спасибо. Чай у нас любят везде, в больших и малых русских городах. А вот настоящей чайной столицей когда-то был Кунгур, небольшой городок на Урале на пересечении торговых путей между Европой и Азией. Сейчас это, наверное, единственное место в России, где в центре города находится тюрьма. И здесь же, фактически за колючей проволокой, роскошный Никольский храм. Прямо от тюрьмы начинается улица Свободы. За три версты при спуске с высокой и крутой горы развернулась очаровательная картина города Кунгура, раскинувшегося частью в долине, частью по склону, украшенного прекрасными храмами. Кунгур по преимуществу купеческий город. Все тут живут тем, что дает купец. А купец здесь первый человек. В клубе чиновники перед ним млеют. В соборе батюшка о его благотворениях произносит слова. Мещане смотрят ему в глаза и еще издали снимают шапки. Так писал известный писатель Василий Иванович Немирович Данченко. Надо сказать, что уважать-то было за что. Но голодный 1877 год кунгурский купец Алексей Семенович Губкин закупил 2000 кулей муки, которая выдавалась бесплатно бедным жителям города в течение всего года. 600 семейств были тогда спасены от голодной смерти. Повлияло это и на снижение цен на хлеб. У нас купцы значительные. Нигде таких пожертвований нет, как у нас. Люди хорошие, богобоязненные. И город красивый. Одних храмов сколько. В городе тогда было много богатых, особенно купцов. По ревизским сказкам числилось их 225 человек. Согласно учебнику торгового права профессора Шершеневича, купец – это тот, кто производил торговый промысел от своего имени. Городское население стремилось быть причисленным купцам первой гильдии. Купцы имели ряд преимуществ и привилегий. Например, купцы первой гильдии были освобождены от рекрутской повинности, телесных наказаний, подушной подати. Они беспрепятственно передвигались по всей территории Российской империи. Если купец состоял беспрерывно в течение 20 лет в первой гильдии и исправно платил пошлины, их причисляли к потомственным почетным гражданам. К таким купцам первой гильдии относился Грибушин и именовался как «Ваше благородие». Из писцов почтовой конторы Михаил Иванович Грибушин вырос до миллиончика, владеющего капиталами, недвижимостью, фабриками. Стал городским головой, законодателем городских правил и построил собственную церковь. Первоначальный капитал он, возможно, получил от женитьбы на Антонине Ивановне Фоминых. Единственный в городе банк носил тогда название Кунгурский городской общественный Фоминых банк, так как был построен на средства, завещанные Степаном Осиповичем Фоминых. Антонина Ивановна приходилась ему внучатой племяннице. Кредит в банке был открыт Грибушину безгранично. Впрочем, разбогатеть тогда было несложно. В 70-е годы дела шли особенно хорошо. Процветала и фирма Грибушин и Голдобин, торговавшая чаем. Чай брали в китайских провинциях Ханьфу, Фучаю, Тяньцзи. А возили через Калган, Юргу, верблюжьими караванами. Потом на быках знаменитую забайкальскую слободу Кяхту, с которой начиналось развитие частных коммерческих связей. Молодой торговец пишет Грибушину в 1872 году. Судя по сведениям с Ирбитской ярмарки, наш чай продавался гораздо выгоднее прочих, чем мы обязаны только вам.
переведенные вами 15 тысяч рублей получены и доллары куплены. Чье в середине века возилось до 340 тысяч пудов. 70-80-е годы уже до миллиона пудов. При Грибушине путь от Ханькова до Ирбита занимал 6-8 месяцев. Как раз в это время чай быстро входил в моду и стоил дорого. Грибушинские доверенные сначала просто меняли сапоги на чайник, а уже позднее была введена специальная таможенная пошлина, называемая Кяхтинская, которая приносила значительные доходы русской казне. Купленный у китайцев чай по средней цене 46-87 копеек за фунт Перми стоил уже рубль 14, рубль 40. Михаил Иванович Грибушин, открыв свое чайное дело, обернулся быстро и скоро стал наступать на пятки видному кунгурскому купцу Алексею Семеновичу Губкину, стартовавшему на 20 лет раньше и давшему начало самой крупной оптовой чайно-торговой фирмы мира с отделениями в Москве, Лондоне, Варшаве и Калькутте. В числе владений потомков Губкина была и прославившаяся позднее крымская усадьба Мороз. Но и Грибушину удалось получить немалые доходы, торгуя на крупнейших ярмарках страны – Нижегородской, Ирбитской, Красноуфимской. А к 1870 году, году рождения сына Сергея, он сумел накопить почти миллионное состояние. Оценить размеры его состояния можно, сопоставив с тем, что рабочие на демидовских заводах получали в это время 15 рублей в месяц. Уездный врач – 300 рублей в год, а кунгурский архитектор – 1500 рублей. Номер в постоялом дворе стоил 1,5 рубля. Хороший дом – 1500. Аляска же вместе с Рюкзанскими островами была продана за 7 200 000 долларов. И 5 центов за гектар. Кстати, курс тогда был немаленький – 1,5 рубля за доллар. С 1864 года Михаил Иванович занимал видное место в общественной жизни Кунгура. Избирался председателем съезда мировых судей, попечителем общественной богадельни, директором тюремного отделения, церковного староста, глазом, то есть депутатом городской думы и, наконец, городским главой. Я, нижеименованный, обещающий, клянусь всемогущим Богом, перед святым Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному всемилостивейшему великому государю, императору Александру Николаевичу, самодержцу всероссийскому, и его императорского величества всероссийского престола наследнику, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, и при том, по крайней мере, старайтесь споспешествовать все, что к его императорского величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. О ущербе же его величества интереса, вреде и убытке, как вскоре я о том уведаю, не только благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися, и всякую вверенную тайность крепко хранить буду и надлежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корости, свойства, дружбы и вражды противно должности своей присяге не поступать, и таким образом себя весь и поступать, как верному его императорского величества подданному, благопристойно есть и надлежать, и как пред Богом и судом его страшным, в том всегда ответ дать могу, как сущим мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Грибушин всегда помогал деньгами городу и его жителям. По ходатайству думы он был представлен к званию потомственного почетного гражданина. К ходатайству была приложена справка, удостоверяющие полезные для города деяния. 15 тысяч на содержание приюта мальчиков при Кунгурской общественной Зыряновской богадельне. Был выстроен и подарен городу каменный корпус лавок, стоящий 10 тысяч рублей. Употреблены на внутреннее устройство Зыряновской богадельни до 5 тысяч рублей, а также на его взнос был устроен при этой богадельне сквер стоимостью 3 тысячи рублей.
Михаил Иванович, благодаря работе в Думе, прекрасно понимал общественные нужды, в частности, в присмотре или, как раньше говорили, в презрении бедных. Нищенство тогда было самым обычным делом. В церковный праздник каждому самостоятельному хозяину собиралось по 5-10 нищих. И под каким только предлогом не выпрашивалось милостыня. Просят на погорелое место, просят, как странники, по святым местам, просят на погребение, а мер, предупреждающих нищенство, никаких нет. Пишет в статье о благотворительности нищих в Кунгуре Ефим Золотов, диакон кафедрального собора. Нищенство превратилось для России в серьезную проблему, в которой не всегда был повинен, как это нам раньше хотелось думать, общественный строй. Помочь самым незащищенным, самым страдающим, самым маленьким и самым подвергаемым опасности – таков был выбор Михаила Ивановича Гребушина. Возможно, на него сильно повлияло и то, что трое мальчиков из 13 его детей умерли в раннем детстве. Здесь, на южной окрестности Кунгура, в середине 19 века было устроено Вознесенское кладбище. Здесь хоронили лучших людей города – купцов, промышленников, чиновников. Здесь были похоронены и малолетние дети Михаила Ивановича Гребушина. Кладбище было разорено в годы советской власти. Определить местонахождение могил не представляется возможным. Надгробия были утрачены. И вот сегодня совершенно случайно было обнаружено здесь, на развалинах, надгробие Николая Михайловича Гребушина, сына Михаила Ивановича, умершего в возрасте 4 лет. Так или иначе, в 1887 году начинается строительство в Кунгуре особого сиропитательного дома для бедных детей и мальчиков, преимущественно сирот. Первоначальный вклад Михаила Ивановича в строительство дома составил 17,5 тысяч. Вместе с затратами на содержание приюта он превысил 120 тысяч рублей, что в отчете пермского губернатора от 1886 года отмечено как самый крупный благотворительный вклад за всю историю Пермской губернии в XIX веке. Сам дом был построен архитектором Корвовским. Это трехэтажное крестообразное здание с церковью и престолом во имя Архангела Михаила было снабжено калориферной системой и обладало великолепной акустикой. К сожалению, увидеть это ему не удалось. Он умер в 1889 году в возрасте 57 лет, оставив завещание, в котором были продуманы все мельчайшие детали содержания приюта, воспитания сирот и денежных отчислений вплоть до 23 апреля 1958 года. Похоронен основатель династии был здесь же, в фамильном склепе купцов Гребушина. Однако судьба, точнее, те, кто отверг самую судьбу вместе с другими духовными ценностями, не помиловали даже прах кунгурского благотворителя. В сиропитательном доме по улице Свободы поместили школу номер 2, а в склепе была устроена проблема. Четырехтонные надгробия из редкого камня, привезенного издалека, так и лежат под окнами дома. Сиропитательный приют был по-настоящему благим делом для города. Воспитанникам, сиротам из городской бедноты, давалось здесь начальное образование и религиозное воспитание. Они обучались столярному, слесарному, чеботарному ремеслу. Порядки в приюте были строгие. Однако многие сохранили самые теплые воспоминания об этом времени. Церковь. Вход был со второго этажа.
Служба бывала по праздникам и выходным дням. И из города тоже ходили в нашу церковь. Священник здесь же жил, и диакон Веселовский. Пел очень хорошо. День рождения Грибушина и в день его ангела стряпали пельмени, на масляную примили блинами. А так белый хлеб давали только по кусочку, по праздникам. Если кто провинился, лобазник, например, курил, то сажали в карцер под лестницей. Мы делали мебель, буфет могли сделать, конторку, стойки и ружья, ширмы, обувь шили, детские сапожки, штиблеты, бурки. Всех рекомендовали хозяевам частных мастерских. А если кто хотел открыть свое дело, то платили еще 75 рублей. Одежда у нас была такая серая. Штаны, курточка. У всех одинаковые. Поэтому городские нас называли бакряками. Нас всех учили музыке. Хор мальчиков пел 4 голоса. Считался в Кунгуре самым лучшим. Музыка была особенной любовью Грибушиных. Хоровое, партесное пение создает редкий душевный настрой, освобождает от всего суетного. К музыке приучали юных воспитанников приюта, добиваясь при этом немалых успехов. Один из выпускников Серопительного дома, Степан Важенцев, даже пел в итальянской опере под сценическим псевдонимом Стефани. Кунгурский купец Михаил Иванович Грибушин не жалел средств для родного города по обязанности богатого человека. Жертвовал Грибушин кунгурским храмом и богадельным. На его деньги начиналось строительство моста через реку Сылову. Немало талантливых людей из неимущих сословий получали его помощь и поддержку. Жена Антонина Ивановна, потомственная и почетная жительница Кунгура, открыла первую в городе родильную избу. Да и сейчас единственный в Кунгуре роддом находится в бывшем Грибушинском особняке. Антонина Ивановна была на 8 лет моложе своего мужа и за годы совместной жизни проявляла себя как заботливая и любящая жена и мать, уверенная и властная хозяйка. И при этом ей удавалось быть многодетной матерью, сохранять душевное и физическое здоровье своих детей. 5 мальчиков и 5 девочек росли в строгости и любви, готовясь стать наследниками большого и прибыльного дела. Антонина Ивановна полностью разделяла взгляды своего мужа. Незабвенный Михаил Иванович оставался и для нее примером благородства, рассудительности, высоких деловых качеств и совести. Поэтому она неукоснительно исполняла завещание мужа. После его смерти она продолжила семейное дело на Ирбитской, Нижегородской, Крестовской ярмарках. В Кунгуре, Перми и Уфе приобрела несколько имений, расширила границы чайной торговли за счет морских поставок. Так появился в товарном знаке созданного торгового дома «Морской якорь». Увековечив память и дело мужа в названии Михаила Ивановича Грибушина «Наследники», с 1897 года Антонина Ивановна возглавила товарищество, которое вела 4 сыновей в равных долях, каждая из которых составляла 200 тысяч рублей, а общий капитал равнялся уже 2 миллионам рублей. Тогда, в начале нового дела, ей было, между прочим, 57 лет.
И за 22 года управления чайной торговлей ей удалось 3 раза увеличить капиталы. В 1904 году главная контора переместилась в город Пермь, центр обширной и богатой губернии. В нее тогда входило и Ирбит, и Уфа, и Челябинск, и Екатеринбург. Что за прелесть город Пермь, когда в него въезжаешь? Во-первых, застава. Это 2 высоких столба, соединенные между собой чугунной цепью, под которой может пройти, не наклоняясь, колосс Родосский. На вершине этих столбов сидит по орлу, а у подножия сидит по медведю. Чрезвычайно живописно. К заставе примыкает обширный луг, окаймленный длинным бульваром. Это тоже эффектно. С противоположной стороны стоят красивые здания, стройным рядом вытянувшиеся в линию и рекомендующие собой прочих своих братьев, размещенных внутри самого города. Так писал в своих записках проезжающего Павел Иванович Небольшин, путешественник и этнограф. В городе все знали имена местных миллионеров: Ивана Ивановича Любимова, братьев Федора и Григория Кузьмичей Каменских, пароходчика Николая Васильевича Мешкова, выходцев из польских дворян, поклевских козел, торгующих вином, как и семейство Дягилевых. Перебравшись в Пермь, семья Грибушиных покупает у поклевских козел деревянный дом, перестраивает его, обложив кирпичом, создав образец классического русского модерна. Фасад дома украшен маскаронами. Говорят, это властное лицо поразительно похоже на лик Антонины Ивановны, которая к тому времени уже передала доверенность на ведение дел сыну Сергею. Старший Иннокентий возглавил ответвление торгового дома в Уфе. Средний Михаил остался представителем конторы в Кунгуре. Сергей Михайлович, которому к этому времени было 34 года, успел отличиться еще в родном городе, как человек прогрессивный, деловой и энергичный. Во всем он старался про город деваться. Был председателем Кунгурского земства. Возглавил комиссию по постройке моста через реку Сылу. Занимался благотворительной деятельностью и был церковным старостой во Всехсвятской церкви. В Перми он уже в 1905 году избирается в гласные городской думы. Его прочили на должность городского головы, однако его еще плохо знало местное общество. Сергей Михайлович, большой любитель музыки, стал одним из директоров вновь созданного Пермского отделения Императорского русского музыкального общества. Известен он был и как конезаводчик. На Пермском ипподроме ежегодно разыгрывался приз его имени. Что отличало тогдашнюю жизнь богатых, так это отношение к бедным. Нельзя сказать, что купечество и знать не кичились богатством. Однако нравственной доминантой было участие каждого из них в благотворительных делах. В России сознание неправды денег, по выражению Марины Цветаевой, было всегда очень сильно. Мотивация благотворительной деятельности заключается, как нам кажется, в следующих важнейших обстоятельствах. Первое – это проблема смысла жизни. То есть для чего стоит жить на этом свете. Ну и здесь вставала проблема, скажем, религиозных ценностей. Те меценаты, те благотворители, которые были религиозно верующими людьми, они жертвовали эти деньги для того, чтобы в будущем получить соответствующее воздаяние в потусторонней загробной жизни. Другим мотивом, в частности, вот у кунгурских купцов Грибушиных, в частности, у самого основателя этой династии Михаила Ивановича Грибушина, были в основе благотворительности широко понятые
интересы города, поскольку он был в течение нескольких лет городским головой, и он, естественно, понимал нужды и потребности города в специалистах, тех, которые не готовились в Кунгуре. Ну и, следовательно, для этого, зная и учитывая нужды и дыры городского бюджета, он и осуществлял многочисленные пожертвования. На благотворительность часто тратились огромные суммы. Еще большие собирались по подписным листам. В 80-е годы в Перми, например, активно развивалась общественная благотворительность. На смену частным, единовременным вкладам пришли постоянно действующие общества и комитеты. Стараниями протоиерея Евгения Попова в Перми была создана комиссия по разбору и презрению нищих. Она продолжила планомерную работу по искоренению нищенства. Например, с 1886 года было запрещено просить и подавать милостыню на улицах города, что вовсе не означало отказа от пожертвований. Для желающих помочь бедным были введены книжки с талонами на бесплатный обед и ночлег. Таким образом, в конце 19 века нищих на улицах города просто не осталось, что приводило в изумление проезжающих. В Перми активно действовали 48 благотворительных обществ и организаций. Попечительство над Екатеринско-Петровским четырехклассным училищем возглавлял Сергей Михайлович Грибушин. Позднее он стал членом Пермского губернского попечительства детских приютов, попечителем училища слепых детей. А жили Грибушин на широкую ногу. Они жили хорошо, у них была машина, единственная в городе машина была. И когда эта машина появлялась, детишки бегали от восторга. Ой-ой, я видел машину. Однако благополучие торгового дома Грибушина наследники подорвали революционные события 1905 года, затухание ярмарочной торговли, большой пожар на двух прессовочных фабриках в Ханькоу. Англичане в то время все активнее культивировали чаи в своих индийских колониях. Русскому купечеству приходилось прилагать вдвое больше усилий для того, чтобы сохранить прежние позиции. На вопрос о том, когда начался 20 век, можно ответить по-разному. Если судить по календарю, то 1 января 1901 года. Но если учитывать основные тенденции и процессы, которые отличают наш век от предыдущего, то это произошло с первыми залпами Первой мировой войны. Война многим казалась способом решения очень и очень многих проблем. Но в 20 веке все оказалось не так. Война не столько решает проблемы, сколько порождает новые. В том числе Первая мировая война породила такие проблемы, с которыми Россия справиться не смогла. Революция, гражданская война, разрыв с историческими традициями развития. Но в самом начале войны многим казалось, что Россия должна помочь Сербии, что Россия должна помочь справиться демократическим странам Европы в борьбе с немецкой агрессией. И, возможно, борьба с немецкой агрессией поможет демократизировать и Россию. В городах разворачивались мобилизационные пункты. В частности, это произошло и в Перми. Мы видим с вами здание, хорошо знакомое пермякам, здание Пермского государственного университета. Именно здесь в годы войны размещалась крупнейшая казарма, где были сосредоточены те, кто готовился уйти на фронт. Но среди тех, кто готовился уйти на фронт, были не только призванные по приказу, но и пришедшие сюда добровольно, воодушевленные патриотическими чувствами. Патриотизм был очень велик. Армия, вдохновленная русской идеей, принимала добровольцев, среди которых было много известных людей. Городские общества представляли помещения под госпитали. В их число попал и кунгурский сиропитательный приют. В Перми начался активный сбор пожертвований в пользу раненых солдат.
Несчастье постучалось и в Грибушинские дома. В январе 1915-го от крупозного воспаления легких скончался, даже не оставив завещания, глава торгового дома Грибушина наследники Сергей Михайлович. По старшинству фирма должна была перейти к Михаилу Михайловичу, жившему в Кунгуре. Балагур, охотник, конезаводчик, рыбак. Он не любил городской жизни и не хотел переезжать в Пермь, как этого требовали дела. В ноябре 1915-го умирает и он. Оба брата были с почестями похоронены в родовом склепе Грибушиных в серопитательном доме. В право наследования должен был вступить единственный из старшего поколения Грибушиных Николай Михайлович. Но он, профессиональный музыкант, скрипач, был далек от дел. Все надежды возлагались на старшего сына Сергея Михайловича Владимира Грибушина, который в то время служил вольноопределяющимся на Кавказском фронте. Он закончил курс портупеи юнкеров в Михайловском военном училище 1 июня 1917 и был направлен в Казанскую воинскую часть. Вот-вот должна была перелистнуться еще одна страничка истории династии. Дом Грибушиных стоял на улице Покровской. Он был центром большой усадьбы с садом, предметом гордости владельцев. Последним из них значился Владимир Грибушин. Дом, построенный по проекту архитектора Турчевича, вошел в учебники по архитектуре как образец провинциального модерна и упоминается Борисом Пастернаком в романе «Доктор Живаго» как знаменитый дом с фигурами, впрочем, уже без имени купцов. А в 1923 году на экраны вышел художественный фильм «Семья Грибушиных» режиссера Александра Разумного по сценарию Василия Каменского. Критики тогда вообще сомневались в том, является ли кино искусством. И писали так. Смешно, когда говорят об искусстве экрана. В это пресловутое искусство сгустилось что-то суррогатное, шарлатанское, смердяковское, писал критик Владимир Блюм. А вот Ленин, главный любитель кино, издал такую директиву. Для каждого представления должна быть установлена определенная пропорция. А. Увеселительная картина специально для рекламы, для дохода, без похабщины и контрреволюции. Б. И под фирмой из жизни народов всех стран. Картины специального пропагандистского содержания. Всего в 1923 году было снято 9 фильмов, среди которых знаменитый «Красные дьяволя». Постановку в семье Грибушиных осуществлял Александр Разумный, один из ветеранов немого кино. И вот представитель все время был протазаровской школы, Бавра, Чардынина, старого русского кинематографа. И, естественно, отношение такое к нему складывалось. И, естественно, у него было ощущение, что он какой-то мастодонт, пришедший из предшествующего периода. Вообще-то говоря, по-настоящему себя оценивать отца, это режиссер и оператор 20-х годов. С момента приезда в Москву у него на Благовещенском переулке, это около площади Маяковского, на Тверской, была очень хорошая студия. Он там монтировал «Восстание», он там монтировал «Мать». Безусловно, там уже шла работа над Кабриговым и «Бандой батьки Кныш». О семье Грибушиных самое загадочное то, что это был любимый фильм отца, и он меньше всего о нем рассказывал. Вот это теперь для меня просто загадка. Идея фильма и сценарий принадлежали поэту-авиатору Василию Каменскому. Он придумал и второе название фильма «Страна солнцевеющая». Так в фильме смешалась история купеческой семьи на изломе века. По-видимому, все это было хорошо знакомо Каменскому. Он родился и жил в Перми. В фильме немало совпадений с историей опального семейства. Сохранены такие детали, как любовь к роскоши и необыкновенная набожность Грибушиных. В сцене, когда семья зарывает в саду драгоценности, Грибушин сначала ставит у дерева икону и молится. Ирония судьбы. По сценарию в особняке Грибушиных размещают детский дом –
имени товарища Ленина. И на самом деле в Перми тогда вышел приказ номер 248 городского отдела социального обеспечения. Считая название «Приют и богадельни» устарелыми, произвести следующие переименования. Приют для девочек, детский дом имени Макса. Приют для покинутых детей в дом свободного ребенка. Эти самые дома свободного ребенка расползлись по стране, но при этом утратили главное – перестали давать приют. Жуткая подмена понятий заключалась в том, что те самые Грибушины, которые всегда без какой-либо указки свыше, а только лишь по велению души, тратили свои собственные средства на содержание сирот, были представлены их врагами. Молодая советская власть не нашла ничего лучшего, чем корить отходящие в прошлое поколения все теми же чумазыми лицами беспризорных сироток. По сценарию дела обстояли так. За границу уехали старики Грибушины и сын Владимир, бывший белый офицер, который начал пьянствовать в кафе Шантанов и проигрываться в карты. Софья и Жоржик, младшие дети Грибушиных, будто бы остались в России присматриваться к советской власти. И даже нашли работу. Она в том самом детском доме, а он стал художником. На фамильные драгоценности, закопанные в саду, покушался друг семьи, злодей барон Кранц. Однако бдительный шофер Грибушин все подсмотрел. И вместе с большевиком Максимом, бывшим учителем Жоржиком, употребил их, от того требовала его революционная сознательность. Сдал государство. Через 5 лет потерявший сына Грибушин возвращается на родину. Их встречает не только вполне довольная судьбой дочь Соня, но и кадры торжествующей, прекрасной и могучей страны Солнцевеющей. Социальная утопия с голливудским хэппи-эндом. Критика обрушилась на фильм. Фабрикант Грибушин – это не псевдоним Рябушинского, спавшего и во сне видевшего удушение ненавистной ему РСФСРи костлявой рукой царя голода. Это вочеловечившаяся божья коровка. Картина на деле посвящена нашей сменовествующей буржуазии, нашей российской интеллигенции. И еще вопрос, где демонстрировалась бы эта картина, давая более высокие коэффициенты полезного действия? В Москве, Питере или в Берлине и Париже? Тем не менее, фильм по России пошел. Зрители встречали его аплодисментами, находя историю трогательной, а кадры парадов превосходными. Но нет ничего удивительнее жизненных коллизий. В сентябре 1923 года фильм «Семья Грибушиных» был показан в Кунгуре в кинотеатре «Олимп». На афише стояла забавная приписка. В ролях Грибушины – Владимир, Софья и Жоржик. Картина характеризует жизнь буржуазии. Фильм был немым. А топером в кинотеатре работала дочь Грибушина Анна Михайловна, единственная из оставшихся в России наследников. Хроника же реальных событий была иной. Первым, кого расстреляли в Кунгуре большевики, был попавшийся под горячую руку шофер Грибушина и их же садовник. Из всей кунгурской ветви династии в это время в живых осталась лишь Анна Михайловна Симкова, младшая дочь Михаила Ивановича. Ее муж, Владислав Симков, мобилизованный в армию Колчака, докатился с ней до Харбина. И действительно, как утверждают родственники, увез с собой какие-то драгоценности. И вплоть до 1947 года писал письма жене, только она их никогда не получала. И умерла от голода в 1942 году в Кунгуре. Пермские Грибушины также ушли с Колчаком. Перед этим Николая Михайловича, говорят, вызывали в ЧК, где он держался смело и независимо. А потом, как и большинство пермской знати, сгрузил все, что возможно, в вагон. В Омске, где располагалось сибирское правительство, служила машинисткой, а потом журналисткой при главном штабе Людмила Сергеевна Грибушина. При штабе же состоял ее брат Владимир Сергеевич. Он быстро получил продвижение по службе, став дежурным офицером главного штаба. История колчаковской белой армии
одна из самых трагичных страниц России. Она была тесно связана с чехословацким мятежом. Чехи, вступившие в империалистическую армию для того, чтобы воевать за свою независимость, оказались в центре гражданской войны чужого государства. Сквозь всю вздыбленную Россию протянулись составы с чешскими войсками. Их мятежом началась война, и их выход незаконно и закончился. По крайней мере, для блестящей армии Корчака расстрелянной. Но Чехословацкая республика не забыла страну и людей, с которыми встречалась на протяжении долгих военных лет. Чехи по традиции были большие русофилы. Первый президент Чехословацкой республики Томаш Гарик Масарик знал Россию до Первой мировой войны. Он там лично побывал. Во время Первой мировой войны он тоже побывал в России. У всех он просил тогда поддержку для чешских легионов, чтобы они могли благополучно вернуться обратно. Об этом чехословацкая страна молодая не забыла и предложила так называемую русскую вспомогательную акцию. Акция была рассчитана на 5 лет, то есть с 21 по 26 или 27. За рубежами России оказались миллионы русских людей. Уходили они с войсками Деникина, Врангеля, с чехами и американцами через Крым, Дальний Восток. 15 стран приняли беженцев из России. Страны Лиги наций выплачивали денежную помощь иммигрантам, взамен получая такую расписку. Я, ниже подписавшийся, выдал настоящее обязательство Министерству иностранных дел Чехословацкой Республики в том, что, получив от него взаимообразно 800 чешских крон, обязуюсь уплатить их означенному министерству через год после восстановления в России нормального порядка. Обязательство это действительно и для моих наследников. В югославском городе Нови Сад была русская колония. Сюда попали и остатки Грибушинской колонии. В карточке, заполненной рукой Германа Грибушина, указано место эвакуации. Деревент Большая Крымская эвакуация. Сюда он попал вместе с матерью Еленой Васильевной. А работал там в государственной страже, куда мобилизовывали старых да малых. 16-летнему Жоржику числиться пришлось писарем. Унизительная роль беженца ждала не только Германа Грибушина, а всех, кто еще вчера был богат, уверен в себе и в собственном будущем. Сохранить состояние, вывести деньги из России тогда мало кому удавалось. Все осталось дома. Когда мы уехали, то ничего не вывезли из России. Ничего. Семья уехала. Самым необходимым, что можно было во время, значит, похода. И все-таки надо было вживаться в новые обстоятельства, надо было жить, а не переждать. А это удавалось не всегда и не всем. Казалось бы, русским предлагались различные варианты обустройства. Эмигрантские газеты пестрели новостями об ужасах страны Советов, публиковали бюллетени розыска близких, рекламные объявления. Увы, среди них уже не встречались грибушинские отменные чаи. И никто не обращался в бюро розыска пропавших, чтобы отыскать родственников с такой фамилией. На учетной карточке Германа Грибушина последний срок получения пособия – апрель 1924 года. И короткая приписка – выбыл за границу. Что стояло за этими тремя словами? Куда мог отправиться повзрослевший наследник? У них были так называемые нансеновские паспорта. Нансен был, может быть, вы его знаете, великого путешественника, но под конец своей жизни, после Первой мировой войны, он возглавил гуманитарную акцию на помощь беженцам. И в его честь были эти паспорта названы. Это были международные паспорта, которые действовали во всех государствах, которые согласились на договор нансеновский. Эти люди
не были ни чехословаки, они не стали французами, не стали немцами. У них были международные нансеновские паспорта, и с этими паспортами очень легко было путешествовать из одной страны в другую. Это русская эмиграция очень часто делала. Они передвигались из одного государства в другое в зависимости от экономической обстановки, где было легче жить. Многие сперва, когда эмигрировали сюда, думали, что смогут через пару лет вернуться обратно. Но после оказалось, что путь надолго отрезан. И они, для того, чтобы могли возвратиться на родину, были готовы признать советскую власть. Образовали контакты с советскими органами. Сейчас их вернулось. Но все были арестованы и погибли. Делами по амнистии занимался в основном вот это учреждение, центр ИВАК. Очень любопытная переписка, вот сейчас обнаруживается, очень любопытная. Все это прорабатывалось в правовом отношении. Значит, получается так, что идейным вдохновителем, как бы вдохновителем возвращения на родину были, с одной стороны, сменовеховцы, а с другой стороны, Георгий Васильевич Чичерин, нарком иностранных дел Советской Республики. То, что было массовое движение за возвращение на родину, свидетельствует то, что образовывались повсеместно в местах скопления русских беженцев и военных, и гражданских иммигрантов союзы возвращения на родину. Известно, что в те годы на родину вернулось более 120 тысяч иммигрантов. Но списков возвращенцев Центровака и Совнарода обнаружить не удалось. Может быть, их на самом деле не существует, может быть, они почему-то до сих пор не рассекречены. Итак, 1963 год. Из Перми отправляется группа туристов в Чехословакию по заранее определенному маршруту. Отправляясь на Ольшанское кладбище, мы прошлись по зоне отдыха. И вдруг мы видим, что с другой тропинки к нам прислушивается женщина невысокого роста, довольно пожилая, лет 60, в шляпке, с такими тонкими чертами лица, интеллигентное лицо очень. На лице большой интерес. Она к нам направляется и спрашивает: «Вы из России?» Мы говорим: «Да, мы русские». «А откуда вы?» «Из Перми». Здесь ее лицо совершенно преображается. Она говорит: «Я тоже из Перми. Может быть, вы слышали такую фамилию Грибушины?» Мы, конечно, слышали и очень хорошо знаем Грибушиных. В Перми до сих пор известен ваш дом. Здесь, на Ольшанском кладбище, в полном покое и скромной красоте, покоится прах православных, запутавшихся и запутанных в тенетах 20 века. Здесь известно каждое имя и каждая судьба, каждая родина по-чешски фамилии, даже тех могил, которые выглядят заброшенными. Многие вот эти памятники во время, в 45-м году, когда приходили родные на могилы, так их здесь забирали, здесь особистые забирали их сразу здесь, с кладбища. Поэтому многие старались убрать фамилии. А много русских женщин вышло замуж за чешских легионеров. Почти у всех русских легионеров, чехов, были жены русские, они были из России. Потом, после 45-го года, многие женщины, когда мужей увезли, то они старались изменить, вышли вновь замуж, старались изменить фамилию, чтобы изменить, чтобы их не преследовали. Возможно, той загадочной наследнице Грибушиных точно так же пришлось скрывать свою фамилию. Фамилию, когда-то гремевшую в родной губернии. Только этот дом и остался в Перми. Построенный в эпоху расцвета династии, он до сих пор
молчаливо хранит на своем фасаде аллегорические образы, смысл которых, возможно, и суть которых теперь уже недоступны. И ни в Праге, ни в Белграде, ни в Сан-Франциско, ни в Харбине, ни в Перми, ни в Кунгуре не осталось никого с простой русской фамилией Гребушин. Везде, кроме одного города.
Я думаю, что сейчас на Грибушиных, которые до сих пор существуют, и до сих пор в них находятся учреждения, предприятия. Например, вы знаете из фильма «Родильный дом», к сожалению, сейчас он находится в довольно грустном состоянии. Ну вот все восстановлено, восстановлен склеп Грибушина. Все это сделали кунгурики. Именно потому, что никогда не забывали вот это страшные кадры, как выглядел дом Грибушиных на улице Ленина, Покровской, 13. И очень сильно пугал тогда малолетних пермяков, потому что эти лица казались чудовищными. В Кунгуре не только существует память, она воплощается в том, что там открыт единственный в стране музей истории купечества, проделана огромная работа, в частности, по восстановлению памяти о купцах. Установлен памятник Алексею Семеновичу Губкину, который тоже в этом фильме упоминался. Все эти люди никогда и не могли быть вычеркнуты из памяти горожан. Они помнили их даже в советское время, хотя бы потому, что весь город был ими создан. Он принес ему благолепие, он принес ему известность. И бренд «Кунгур, чайная столица Российской империи», между прочим, сейчас зарегистрирован в Министерстве туризма, и именно так, таким образом, этот город сопровождается. Что касается самой истории, которая в фильме рассказана, а именно поиск потомков Грибушиных, он все-таки был осуществлен, и через 12 лет мы сняли продолжение этого фильма, который познакомит людей с тем, как выглядит сейчас и как хранят память о купцах Грибушиных, его потомки. Но об этом чуть позже. Фильм мы показывать сегодня не будем, его можно найти в интернете, если что. Но сейчас я хочу вот о чем поразмышлять. Вот стоит ли вообще, как вы думаете, вот это все рассказывать и показывать? Может быть, эта информация никому не нужна, потому что сейчас изменилась полностью наша система. Мы пытаемся ее вроде бы восстановить какие-то традиции, но реально это или нереально, нужно это или не нужно. И вот об этом, я думаю, мы спросим у редактора газеты «Деловой интерес», спонсора большого благотворительного фестиваля Анастасии Бабовой. Здравствуйте. Наша газета – это деловое бизнес-издание, и, по сути, мы должны рассказывать о предпринимателях и о том, что они делают сегодня, да? Но без обращения к истории предпринимательства в Пермском крае, без рассказа о том, как работали наши купцы, без истории этого предпринимательства, у нас сегодняшнее предпринимательство, у него не будут создаваться собственные традиции, оно не будет развиваться. Это сейчас понимаем не только мы, как газета, да? Когда мы завели полосу истории и говорили о пермских купцах, о их традициях, о их благотворительности, о том, что фактически город Пермь основали купцы, которые много лет были головами города, много лет управляли, направляли наш город, создавали здесь культурные традиции, создавали здесь архитектурную традицию Перми. Но сейчас об этом, об истории российского предпринимательства говорится на всероссийском уровне. И я рада, что наша газета, например, подключилась к проекту «История российского предпринимательства». Наш главный редактор Марина Николаевна Шилова, она входит в общественный совет этого конкурса в Московский. Варвара Кальпиди, еще у нас один наш журналист, Наталья Дементьева, стали победителями журналистского конкурса «История российского предпринимательства» здесь, в Пермском крае. И я считаю, что эта тема, она важна для современного предпринимательства. Тем более, что современное предпринимательство, как показывает Большой благотворительный фестиваль, также обращается к благотворительности, к меценатству и к созданию каких-то добрых дел, добрых начинаний. И это очень радует. Ну вот, Настя, оказывается, есть и другое мнение по этому поводу. На самом деле у нас в Перми благотворительность очень и очень тяжело идет. Это показали даже первые годы постперестроечные, когда в 90-е годы было образовано общество «Анастасия», проводились какие-то первые благотворительные балы, были первые попытки предпринимательства.
и благотворительности в самом прямом смысле этого слова собирались средства для этого. А вот как обстоит дело сейчас, нам, мне кажется, может рассказать Лариса Рослякова, предприниматель из Перми. Спасибо, Варвара. Здравствуйте все. Да, просто как бы для понимания, почему меня подняли в роли эксперта. Буквально в недавнее время я была директором завода, а потом 3 года занималась проектом «Пермская гильдия французских предприятий», возглавляла эту гильдию. И поэтому вот эти вот все благотворительные какие-то акции, в том числе, они были вот нами совместно организованы. Я просто видела, знаете, даже в рамках гильдии, там уже добросовестные, там самые лучшие, и то было очень сильно видно, как различаются наши предприниматели. Есть те, которым и говорить иногда не надо, но как только намекнуть, что есть какая-то проблема и надо помочь, там фильм на какой-то, не знаю, там ребенку помочь, и люди уже бегут, тащат, они сами уже готовы всегда. А другие вроде как бы успешные, бизнес большой у них, и видишь, что там ну, люди не бедствуют, но они никак, у них сердце на это не открывается. Объяснить эту природу, понимаете? Ну, мне сложно. Но, может быть, это еще связано с тем, что у нас сейчас появилось очень много менеджеров, которые не являются сами собственниками предприятий и на самом деле не могут принимать такие решения по выделению каких-то сумм вот, и, ну, в таком разе. Потому что мой опыт говорит, что все-таки если предприниматель сам еще является собственником, сам создал свой бизнес, то чаще всего этот человек не жадничает, и несколько дней рука дающего – это работает. А те, кто наемные менеджеры, ну да, там им всегда надо просить, начальство где-то далеко в Москве, и вот это все пресекается. А сам директор почему-то считает невозможным своего кармана. Для меня это дико, например. Да? Вот когда я была директором завода, и я понимала, что я не могу дать из общества, но какие-то свои возможные я старалась из кармана дать. А то, что вот еще хочу на то, что вопрос задали Насте, ну, нужно ли вспоминать о прошлом, говорить об этом, да, благотворительность, которая была. Я тоже, у меня есть свое мнение на этот счет. Я считаю, что дерево не может расти без корней, поэтому ну, просто невозможно вот эти наши корни их знать, и пока мы их знаем, мы об этом говорим, они становятся крепче и крепче все дерево. Вот вся наша общность, она этим только усиливается. И поэтому, во-первых, я уверена, что только добросердие спасет мир, только способность чувствовать боль другого, отвлекаться на это и быть способным осуществить какую-то помощь, поддержку, это не всегда финансовая. Вот только то, что идет от сердца, оно самое главное и самое чистое. Вот я считаю, что в этом вся суть. Благодарю вас. Лариса, действительно известно, что и вы, и очень многие пермяки все-таки участвуют в благотворительных начинаниях, в добрых делах. А вот на самом деле, почему это происходит и в чем отличие? Знаете, мне эту историю рассказали во время съемок продолжения фильма о Грибушине. И это связано с тем, как выяснилось, что существуют бизнесмены и предприниматели. И вот несмотря на то, что фильм был посвящен найденному аж в Сингапуре предпринимателю, тоже предпринимателю, Бенджамину Дюпалу, который является потомком в 5-м поколении династии Грибушиных, сделавших так много для Перми и для Пермской губернии в свое время. Но тот фрагмент фильма, который вы сейчас увидите, называется «Матрица предпринимателя». Вот сейчас мы, возможно, поймем, что именно понимается под этим словом и почему это связанные вещи.
предпринимательства и благотворительности. Вы знаете, что я серфер. Когда вы катаетесь, вы общаетесь с солнцем и ветром. Когда я вижу реку, я вспоминаю Мао Цзэдуна. Он любил переплывать реки. Сегодня вы впервые увидели Аму. У вас возникли какие-то особые чувства к ней? Я думаю, вначале мне нужно в ней искупаться. Тогда смогу сказать, что я чувствую. Или, может быть, попить из нее. Попить из реки? Да, почему бы и нет. Чтобы стать настоящим пермяком, нужно выпить воды из Камы. Я могу. Если ты так любишь воду, реку, почему бы тебе не стать просто серфером и перестать быть бизнесменом? В свое время я хотел быть виндсерфером. Профессиональным виндсерфером, когда мне было лет 17. И я сказал папе, я хочу быть профессиональным виндсерфером. Он сказал, пожалуйста. Затем я добавил, что мне нужно немного денег. И он ответил, но ты же профессионал, тебе не нужны деньги. То есть ты должен зарабатывать этим сам. Тогда невозможно было этим зарабатывать. Ну и что ты сейчас думаешь? Это был хороший выбор, правильно? Да, это был правильный выбор. Конечно, я заинтересован в заработке. Но это не главная цель моей жизни. Поэтому я бы не сказал, что я бизнесмен. Я бы сказал, что мне нравится что-либо делать. Но бизнес, бизнесмен... Это не про меня. Предпринимать — это значит что-то как бы стартануть, начать, создать и как бы развить до определенного уровня. Предприниматель и бизнес и бизнесмен — это обязательно собственник бизнеса. Предприниматель — собственник бизнеса поменьше, бизнесмен — собственник бизнеса побольше. Рефлекс предпринимательский, поиск крупиц бизнес-интереса во всем происходящем, за что можно зацепиться. Супер хорошо. Это и значит, ну, использовать те возможности, которые дает жизнь. От винта. Вот, на мой взгляд, для тех людей, которые сами занимаются предпринимательством, их отличие от просто бизнеса, от бизнесменов, от крупных бизнесменов в первую очередь, это то, что они принимают решение формировать жизнь и пространство вокруг себя комфортное. То есть для себя, для тех людей, которые живут рядом, то есть они формируют мир вокруг себя. Я думаю, что китайский бизнес 2000 лет назад и российский бизнес сегодня по сути своей одинаковы. Что не меняется, это то, что за бизнесом стоит человек, как Грибушин, например. Если бы это был кто-то другой, то это уже не был бы грибушинский бизнес. Он был предпринимателем, у которого было некое понимание, как действовать, и он был достаточно настойчив, чтобы реализовать мечту. Потому что быть предпринимателем, на мой взгляд, значит иметь мечту. А также он всегда помнил о людях. Людях, которые работают в его компании, люди, которые просто рядом с компанией живут, например, поблизости. Он находил время, деньги и усилия, чтобы давать им образование, лечить, заботиться о сиротах. Это особенность того, что делал предприниматель Грибушин. Он очень заботился о тех, кто с ним работал. Я думаю, и работать с ним было удовольствием. Дюпал, например, да, он
заинтересован в том, чтобы заниматься предпринимательством совместно, например, с пермскими, да, предпринимателями, и вот активно об этом говорит. Да. Это как раз характеризует его как человека, который, у которого психология и логика мышления, она именно такая, то есть она отличается от просто бизнеса. Да. То есть ему интересно капитализироваться в общении, ему интересно капитализироваться в своей истории. Та капитализация, которую они тогда наработали, она сегодня себя проявляет. И здесь потенциал принятия среды его гораздо выше, да, принятие его идей гораздо выше. То есть в этом смысле территория ведь тоже имеет обратный отклик. То есть вот сама территория, сама местность, да, она хранит историческую память о нем в виде там зданий его, значит, там рода Грибушиных, да, которые, наверное, ну, они не наверное, они на самом деле помнят, да, присутствие этих людей, поскольку они проявляют себя в пространстве и во времени. И в этом смысле это очень правильный подход, да, то есть ты же понимаешь, что это твой дом, здесь тебе рады, а это его дом, на самом деле. Здесь, безусловно, есть вот, романтическая составляющая. Вот, она, я думаю, что она ключевая. То есть, несмотря на все множество деловых встреч, которые Бенджамин здесь провел, я думаю, что все-таки она его привела сюда. Ну, мне кажется, все люди, рожденные в Париже, они вот, авантюристы немножко. Этого фрагмента, но на самом деле, вот когда Дмитрий Сазонов, мы обозначили его в титре как предприниматель, на самом деле он глава Пермской опоры, заместитель общероссийской организации общественной опоры России, та, которая объединяет именно представителей малого и среднего бизнеса, он абсолютно прав, когда говорил о том, что дом Грибушина, тот самый, который мы видим каждый день, если, конечно, мимо проезжаем или проходим, он хранит эту память, и он сам является символом того, что уже было создано. И когда снимаешь фильмы, это, как ни странно, часто очень приводит к тому, что по твоим следам идут другие люди. И то, чего не доделала я, после меня доделал один удивительный человек, Андрей Маткин, которого я сейчас представлю вам. Он создал... и сегодня вам покажет целую историю, воссоздал целую историю символики дома Грибушина. Пожалуйста, Андрей, подойдите, пожалуйста, сюда. Варвара, большое спасибо вам за фильмы ваши, которые я смотрел сегодня с огромным удовольствием. И спасибо, что вы меня пригласили сюда. Коллеги, я думаю, что все-таки то представление, которое Варвара сделала, оно немножко такое завышенное, потому что я просто любитель, человек, который интересуется историей города. Я по образованию учитель истории, 12 лет работал в школах города Перми. И вот когда Варвара снимала свои фильмы первые, я тогда только начинал еще историю города изучать в кружке краеведческом с детьми вместе. Сейчас я работаю в педагогическом университете и последние 3 года занимаюсь проектом «Старая Пермь в 3D». И во время работы над этим проектом мы собирали большой массив исторических источников, посвященных пермской архитектуре. Мне пришлось работать в музее краеведческом, в архиве, общаться с коллекционерами пермскими и самые разные источники информации использовать для того, чтобы реконструировать памятники архитектуры пермской. Но, к сожалению, дом Грибушина мы пока еще виртуально не восстановили, это только в наших планах, хотя уже несколько площадей и улиц города восстановлены, и вы можете их видеть в интернете, все эти ролики опубликованы. Сегодня Варвара предложила мне сказать несколько слов про дом Грибушина. А почему про дом Грибушина? Дело в том, что этот дом, как и все творчество архитектора Александра Турчевича, не изучено досконально, не изучено фундаментально. Много статей есть. В последние годы сняты фильмы, статьи в журналах, газетах, в научных сборниках. Но какого-то обобщающего труда,
посвященного творчеству Турчевича и конкретно вот этому особняку, в котором жила семья Грибушиных, к сожалению, до сих пор нет. И меня очень заинтересовала эта тема. Заинтересовала почему? Дело в том, что в наших справочниках архитектурных, в наших архитектурных справочниках про этот дом говорится следующим образом. Я сейчас просто позволю себе зачитать. Да, и, пожалуйста, включите презентацию. У нас в 2011 году в Пермском крае был издан сборник «Историко-архитектурное наследие Пермского края». И вот в этом сборнике, значит, говорилось следующее, что дом имеет классическую архитектурную основу, вместе с тем в его декоре присутствуют черты как барокко, так и модерна, что в целом создает характерную для рубежа 19-20 веков эклектический образ. Ну вот достаточно запутанная такая фраза. Классическая основа, элементы барокко, элементы модерна, а в результате эклектический образ. Мне захотелось разобраться, к какому же стилю можно отнести это здание, потому что в других источниках, в других статьях говорится однозначно, что это дом, построенный в стиле модерна. Какова же история этого дома? Дело в том, что семья Грибушиных купила дом, который располагался вот на этом месте, дом в 1904 году. Это был дом купеческий, и он действительно был построен и спроектирован в стиле классицизма. И основа этого дома, она сохранилась, классическая основа. В частности, в фасаде она просматривается ясно и в планировке, потому что дом имеет анфиладу. Анфиладу, длинный коридор, который пересекает дом с запада на восток. И в 1905 году Грибушины заказали Турчевичу, а Турчевич в то время имел свое частное архитектурное проектировочное бюро в Перми, заказали реставрацию этого дома, его перестройку. И этой работой занялся Турчевич, и он стал его изменять его облик, его внешний вид и внутренний интерьер. Можно следующий? И все же, почему это модерн? Принципы модерна хорошо сформулированы в искусствоведческой литературе. И вот один из принципов модерна заключается в том, что главным в памятнике архитектуры является его интерьер, а его внешний вид является продолжением этого интерьера. Я думаю, что в данном случае мы хорошо можем это видеть, то, что интерьер особняка Грибушина, он действительно богаче, чем его внешний вид. Следующий принцип модерна это заключается в том, что здание естественно включается в природное окружение, является частью природного окружения. И мне кажется, что когда, можно следующий слайд, когда Курчевич проектировал реставрацию этого особняка, то продумывалось все. И цветовая гамма. Посмотрите, как бело-голубой особняк сливается с ясным небом, с безоблачным небом. И также продумывалась и внутренняя планировка. Дело в том, что вот эта анфилада, которая выходит одним своим краем на веранду, в то время выходила, потому что сейчас этой веранды нет, она одним краем выходила на веранду, были полисад, а другим краем она выходила к большому окну. И вот летом Грибушины, стоя в своем особняке, в коридоре своего дома, они, можно сказать, одновременно находились в липовом саду, потому что они слышали и пение птиц, и чувствовали аромат цветов, и аромат липы. И действительно, этот дом, он являлся как бы частью вот этой природной окружающей среды. Очень красиво в этом доме продумана система освещения, естественного освещения дома. Потому что когда на востоке поднималось солнце,
и был восход, и эти лучи восходящего солнца, они очень красиво окрашивали интерьер дома. И то же самое происходило, когда происходил закат, солнечный закат. Так, пожалуйста, следующий план. Другой важный принцип архитектуры модерна – это синтез искусств. И здесь мы тоже видим яркую иллюстрацию. Дело в том, что особняк Грибушиных, он создавался как дом-театр. У него прекрасные залы с прекрасной акустикой, и в этих залах происходили концерты, происходили театральные постановки. И сейчас обитатели этого дома, научный центр Уральского филиала Российской академии наук и центр «Классик», который возглавляет Людмила Михайловна Корж, они обитают в этом доме, они продолжают эти славные музыкальные и театральные традиции Турчевича и славные традиции модерна. Поэтому дом живет, дом продолжает свою жизнь в культуре, в искусстве, и он так и замысливался, так и проектировался, как дом, как синтез искусств, как дом, где должна звучать музыка. Кроме того, мы можем и на этом, и на следующем слайде видеть прекрасное оформление дома. Дом снаружи, да, можно вернуться на слайд назад? Снаружи дом оформлен прекрасной лепниной, вазоны, маскароны, женские изображения и различные орнаменты украшают дом. И вот здесь мы подходим к самому интересному и к самому загадочному, о чем, собственно, Варвара и сказала в фильме. Эта мысль прозвучала, очень важная мысль. Возможно, что эта мысль зародыш следующей серии фильма, который предстоит снять. Дело в том, что в доме, по всей видимости, действительно есть какая-то тайна. Этот дом еще нужно прочитать. Это предстоит прочесть этот дом, потому что символический ряд, символический образный ряд, который украшает внешний вид дома и его внутренний вид, я думаю, что там Турчевич, ну, заложил некую систему идей, и она просматривается, но до конца она не прочитана. Ну вот давайте обратимся к внутреннему виду и посмотрим следующий слайд. Дом, внутренний вид дома украшен многочисленными мифологическими персонажами. Элементы декора показывают богатство и благополучие, щедрость и меценатство семьи Грибушина. Что же еще могут символизировать рог изобилия или вазон с фруктами и цветами? Вот ангелочек держит, вот следующий так можно переключить? И еще один так. Значит, она, да, вот на центральном изображении, мы можем видеть ангелочка, который держит за узорные цепочки двух птиц, похожих на аистов. Известно, что аист – это птица, символизирующая удачу, счастье и почтительность к родителям. Но вместе с тем в символике дома присутствуют какие-то образы, которые нами до конца не поняты и нигде не описаны и не исследованы. Вот, в частности, справа вы видите изображение головы льва и перевернутый черный цветок. Что символизирует это изображение? Простая ли это декорация? Или здесь есть какая-то, есть какой-то скрытый символический, семантический смысл? Можно показать следующий слайд? Да, вот еще одно загадочное изображение на потолке особняка Грибушина. Ангелочек запутался в сеточке, и он пытается через эту сетку, протягивает руки, и голубь, значит, мы видим, что голубь устремился к этому ангелочку, к этому младенцу. Что это за изображение? Когда я готовился к своему докладу, мы, собственно, с Варварой и познакомились благодаря тому, что я выступал на грибушинских ассамблеях в доме Грибушина. Людмила Михайловна Корж проводит эти грибушинские ассамблеи, такие вечера, литературно-музыкально-научные, и мне было там предложено выступить с небольшим докладом. И когда я готовился к этому докладу, а Варвара присутствовала на этом докладе, я рассматривал внимательно эти фотографии, которые мне Людмила Михайловна предоставила, и я пытался понять смысл этих изображений. И я решил просто погуглить, поискать в интернете ответы. И в частности, одна из интерпретаций, которая мною была обнаружена в интернете, то, что вот такой ангелочек
запутавшийся в сеточке, это символ человеческой души, которая находится в бренном теле на земле и которой предстоит потом попасть в загробное царство. Я не знаю, можно ли эту интерпретацию в данном случае применять, но, тем не менее, как один из вариантов, это возможно. Я вас попрошу вернуться еще на кадр, еще на один кадр назад. Посмотрите, вот здесь на нижнем правом изображении фотография, и там изображен парадный вход. Один из принципов модерна – это отсутствие различия между парадной частью дома и утилитарной, какой-то вспомогательной, подсобной. Дело в том, что если вы зайдете в дом Грибушиных через парадный вход, вы сразу попадаете в атмосферу роскоши и красоты, еще находясь в коридоре. Там прекрасное зеркало, прекрасная лепнина, настоящий дворец. Людмила Михайловна рассказывала, что один из ученых московских, который в 90-е годы приезжал в Пермь, и ему устроили экскурсию в доме Грибушиных, когда он зашел еще только в этот парадный вход, он просто развел руки и закричал: «Венеция! Венеция!» То есть он был настолько восхищен этой красотой. Можно бесконечно говорить о творчестве Турчевича, рассказывать про этот особняк. На самом деле он ждет еще своих настоящих исследователей, потому что то, о чем я вам поведал, это просто некая постановка проблемы, это первый подход к теме. Дом нужно исследовать. Исследовать с искусствоведческой точки зрения, с культурологической точки зрения и с исторической. Эта книга еще не написана. Варвара, большое вам большое спасибо. Спасибо, да, спасибо за ваш вечер. Вот такие чудеса, оказывается, есть в нашем городе. Но я имею в виду, что они сохранились. И на самом деле то, что произошло с домом, а именно его восстановление, это тоже целая невероятная история. Юрий Николаевич Клячкин тогда был руководителем центра, Пермского центра Российской академии наук, и взялся за восстановление этого брошенного, мы видели его фотографии здания, которое хотели вообще-то, вы не поверите, снести. Это было реально в планах руководителя тогдашнего исполкома. Потому что дом разрушался, он был страшным, он пугал своим видом детей и приезжающих. Вот, и все-таки он был восстановлен. Восстановил его Институт технической химии, 17 слоев обоев было снято постепенно, был даже создан ими, разработан специальный состав, рецепт которого у меня после фильма спрашивали, после вот таких же встреч наши коллеги, там, люди, которые занимаются реставрацией, из Челябинска, как сейчас помню. Вот. Но сейчас я думаю, что особняк находится в надежных руках, и я думаю, что мы не дадим ему не разрушиться, не сломаться, и будем им восхищаться и далее. Но наш город достойно восхищения, вы не поверите. Сейчас я вам покажу удивительный клип одного из наших участников, из участников нашей сегодняшней встречи, Андрея. Это клип о современной Перми. Пожалуйста, посмотрите, полюбуйтесь, где мы живем. Вы не поверите.
Мне кажется, вы удивлены несколько. Не ожидали, что наш город с высоты птичьего полета так выглядит. Так или нет? Я думаю, что все рады, но главное, что в нашем городе живут замечательные люди, в том числе и продолжатели предпринимательских традиций. И сегодня у нас, точнее нас с вами угощает чайная обитель. Это два молодых человека, которые открыли свой собственный бизнес, примерно так же, как Грибушин в свое время, практически с нуля. Сейчас они владеют несколькими кофейнями и вот этой самой чайной обителью, где они полностью воспроизводят тот путь чая из Китая в Пермь. То есть они точно так же, как Грибушин в свое время, имеют договоры с определенными плантациями, где они берут определенные сорта чая и понимают, что и пытаются донести это до нас, потребители этого замечательного продукта, который все мы, конечно, любим, особенно от того, что живем в такое холодное время, в такой холодной стране. Вот, любим мы его за то, что это небесный напиток. И чайная обитель находится на улице Первой Красноармейской. И сегодня они участники нашего благотворительного фестиваля и нашего сегодняшнего вечера. Предлагаю вам сейчас откушать, как говорили, древности чая, заваренного точно так же, как, собственно, заваривались и 16 веков назад, когда чай впервые появился. Ну и в дополнение ко всему, точнее, в завершении темы Грибушиных предпринимателей и благотворителей, могу сказать следующее. Что выступили с инициативой, ну, мы, все, кто любим этот дом, с тем, чтобы переименовать сквер Грибушина, точнее, сквер возле этого дома, в сквер имени купцов Грибушина. На купцах настояла я, потому что это слово не должно быть забыто. Купец – это предприниматель, и теперь это, я надеюсь, во всяком случае, после рассмотрения комиссии, состоится переименование, или точнее наименование этого сквера, который не носил никакого названия, сквер имени купцов Грибушина. Это первое, что я могу сказать. А второе, это то, что два молодых человека все-таки познакомились с потомком Грибушина, Бенджамином Дюпалом, который готов инвестировать в их чайную компанию. И это уже то, собственно, ради чего все это и задумывалось мной изначально. И теперь буквально сегодня пришло письмо, и идут переговоры, они приведут к тому, что мы будем иметь восстановленные особняки, на что будут тратиться средства именно этого предприятия. И именно так и должны поступать предприниматели, именно так должны поступать те, кто понимает, что и традиции нужно сохранять, и красоту нужно сохранять, и благотворительность. И вот, подходя к завершению нашего небольшого сегодня импровизированного вечера, хочется сказать, что благотворительность, на самом деле, как вы слышали из фильма, в Перми занимались 48 благотворительных организаций. Сейчас в России их всего 300 на всю Россию. Это на самом деле мало. Раньше попечительством, презрением бедных, убогих, нищих, больных
занимались практически все предприниматели. И все люди так или иначе своими благотворительными средствами финансировали лечение, оздоровление, восстановление. У нас в России, я недавно видела статистику, занимается, на первом месте стоит благотворительность, направленная в сторону экологии. Это радует. На втором именно благотворительность, которая посвящена помощи больным людям. На третьем месте вклады вносятся в образование. Я думаю, что если все мы от своего сердца примем инициативу, которую затеял Большой благотворительный фестиваль, то сегодня мы можем иметь возможность вложить свои средства путем покупки нескольких книг, расходы все эти сборы пойдут на помощь детям, чьи фамилии вы можете сейчас увидеть. Итак, я представляю вам книгу архиепископа Александра Толстопятого. Это уникальная книга, она совершенно новая. Она рассказывает о человеке, который возглавил Пермскую епархию в самые трудные, наверное, годы, 42-45 год. Ее издали в Пермской епархии, она уникальна и очень красиво, очень интеллектуальный труд, очень хорошо, богато иллюстрированный и оформленный. Здесь все вплоть до его тюремных записей, до записей в его личном деле. Ну, а также мои фильмы и книги, сбор от которых пойдет в пользу благотворительного фестиваля. Я вас благодарю, если у кого-то есть желание высказаться или внести свой вклад. Я буду рада предоставить вам слово. Добрый вечер. Галеев Бры. Вы знаете, я вот буквально сюда пришел как раз из дома Грибушина. Встречался в Академии наук с... И тема нашего разговора была направление работы со школьниками, то есть развитие творческого, технического творчества. Так удивительно, что я оказался именно вот в тот момент и услышал, что этот дом несет какую-то символику. Я благодарен. Вот вам очень даже признателен, что вы так хорошо поработали. Спасибо вам большое. Молодежь, скажите, пожалуйста, вам интересно было? А что именно, расскажите? Наши предприниматели современные будут больше вкладывать душу в развитие края. Вот очень бы хотелось, чтобы немножко этого не было.
развивалось это движение благотворительности. Большое спасибо. Thank you.